Ульяновской области стартовали региональные финалы двух конкурсов для педагогов. Наибольшей популярностью среди учителей пользуется проводящийся при поддержке регионального правительства «Самый классный классный». Участие в нем – престиж, бесценный опыт и солидная премия. Конкурс «Самый классный классный» – это уникальное мероприятие. Сюда пришла целенаправленно поделиться своим опытом, подчеркнуть опыт своих коллег, потому что я уже состоявшийся классный руководитель. Вот уже 6-й год веду свой класс. Классные руководители выполняют важные функции в организации учебного процесса – образовательную и воспитательную. Это отметил в своем послании президент страны Владимир Путин. Конкурс с классным названием проводится в нашем регионе уже 20 лет. Конкурс «Самый классный классный», наверное, из этих двух конкурсов самый старейший. Он начал свою работу с 2000 года, даже, по-моему, с 98 года начал свою работу. С 2006 года он стал очным туром, на который приезжают классные руководители и рассказывают о своей профессиональной работе. Конкурсантов приветствовал новый глава Засвиярского района Наиль Юмакулов. Он отметил, что всегда старается поддерживать учителей. Потому что коллеги, педагоги, здесь я уже рассказал, знакомясь с коллегами жюри, формируется фундамент будущего гражданина нашей великой страны России. Это очень важно. Насколько мы с вами сработаем, насколько мы их обучим и воспитаем, потому что это процесс учебно-воспитательный, правда, мы обучаем, воспитываем, обучаем, настолько нам будет в перспективе, скажем так, приятно видеть наших воспитанников. Образование в российской педагогической традиции неразрывно связано с воспитанием. Именно поэтому воспитательной части в наших школах всегда уделялось огромное внимание. Конкурсы лишний раз обращают внимание на эту важную составляющую педагогического процесса. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.